Ведь мы такие же, как и всегда. Вот и я о чем. Мы такие же, как и всегда. Если они не ответят, я буду чувствовать себя лохом. Ребят, есть минутка? Не разговаривай с нами. Или мы тебя порешим, ублюдок. Ну что я тебе говорил? Чисо светится от счастья. Что? Что я натворил? Я доживу до завтра! Я хочу с тобой поговорить. Сейчас? Лучше поговорим у тебя в комнате после занятий. Да что с ними? Я сейчас обосрусь! Расстанься с Чисо или тебе конец. Мы хотим отпиздить только этого извращенца. А ну стой, Кохэй! Молчи, а то они подумают, что мы знакомы. Знакомы? Да мы лучшие друзья. Кстати говоря, Кохэй уже 2 недели встречается с Хамаокой Азусой и Зоми. Китахара! Ты мой дружбан, так что из этой ситуации мы будем выбираться вместе. Да, похоже, что так. Однажды я тебя прикончу. И что будем делать? За клубным корпусом есть небольшой холм, туда никто не ходит. Точно, тогда там. Вот черт, они решают, где меня закопать. Они просто поняли, что ты не умеешь гипнотизировать. Да ну нахер, идите в жопу! А че сразу я? Да тебя только за рожу хочется прибить. Слушай сюда, ладно еще Кохэй, но я-то... Пацаны, вы почему мне не помогаете? А мы обещали. Хорены! Слышь! Я тебе помочь пытаюсь, дебил. Устроим вам групповое свидание. Теперь мы лучшие друзья! Я первогодка Оми, Йошивара Айна. Ушла из теннисного клуба и вступаю к вам. Йошивара? Айна? Неужели ты? Вкусняшка! Рады знакомству! Вкусняшка, ах ты ж сука! Для начала глотну пивка. Ямамото! Ты пошел в наступление? Ямамото! Все настолько плохо! Не могу прекратить плакать. Прямо другой человек. Ну, так у нас групповое свидание, вот я и припудрила носик. Страшила, иди и смой эту штукатурку. А вот и ваша выпивка, парни. Расслабьтесь, ушлепки, наша цель помочь другу стать мужиком. Слышь? Ну, Кита, то есть, Юри, если хочешь, чтобы я тебя... Больно надо, Страшила. О, Китахара, нам тут винишко принесли. Пей до дна! Это DVD. На нем аниме, которое изменило мою жизнь. Йокай, девочка-волшебница Лалака. Быть не может, ты... Хочешь после пойти ко мне? Чего? Я сбегаю в туалет. И я... Ребят, как остановить этого наёбщика? Во имя справедливости. Я отомщу за вашу злобу и обиду. Что недавно ты съехался со своей девушкой? Ублюдок! Он нарушил табу групповых свиданий. Да как ты мог это сделать, грязная тварь? У меня есть друзья, которые меня поддержат. Нихуя, они не лучше его! В зоопарке? А не пойти бы вам нахуй! Кто тут обезьяна? На себя в зеркало посмотрели! Да вас ничем от клоунов не отличить! Пошли бухать, мужики! Поддерживаю! Пидорасы, не вмешайся в иконок уже в лобаей! Китахара, держи баклажан. И мне тоже, ну так и быть. Поехали! О, он хорошо входит. Молодец.